Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же сделать функцию автозаполнения паролей. Что это такое? Я вам покажу на примере ВК. Вы когда нажимаете на активацию, просто приложите палец, все, ваш пароль автозаполнен, входите, все работает. То есть, что делается? Ваш пароль, ранее введенный, предлагает сохранить. Вы его сохраняете. Но чтобы сделать такую функцию и в дальнейшем пользоваться, прикладывая палец, или же это будет Face ID, просто посмотрите автозаполнение пароля. Что нужно? Зайти в настройки. Face ID, код, пароль. Вводите здесь ваш пароль. Вот. И активируйте ползунок автозаполнения пароля. Вот этот вот. Активировали. Дальше. И опуститься ниже, найти вот пароли учетные записи, перешли сюда, активировать ползунок автозаполнять пароли. Это сделали. Потом переходите обратно в вашу учетную запись, вот эту iCloud, опускайтесь ниже, связка ключей, вот, и активировать связка ключей iCloud. Это для того, чтобы когда вы будете делать резервную копию, ваши автопароли сохранялись и в iCloud. Неважно, так само это будет действовать на iTunes. Очень удобно, комфортно и классно. Когда вы где-то когда-то регистрируетесь ранее, вы теперь можете это делать с прикладыванием пальца. То есть, либо же это будет Face ID. Удобно, комфортно, быстро, и всем от этого круто. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, рассказывай друзьям об этом канале и видео. Всем пока.